Сотрудниками Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел России совместно с коллегами из Москвы и Московской области были задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения на ювелирный магазин. Злоумышленники в медицинских масках ворвались в помещение ювелирного магазина, где, угрожая сотрудникам пистолетом, разбили витринные стекла и похитили ювелирные украшения на сумму около 10 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было задержано 5 подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались выходцы из Закавказья. При проведении обысков по местам жительства задержанных было обнаружено и изъято часть похищенных ювелирных украшений, денежные средства в сумме 400 тысяч рублей, медицинские маски, пистолет ПМ и 6 патронов к нему, а также автомобиль, который использовался при совершении нападения. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По имеющейся информации, фигуранты также могут быть причастны к серии разбойных нападений, совершенных на территории города Москвы в период с 2015 года. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.